Всем привет, любители парфюмерии бюджетного класса, да и не только бюджетного. Хотя сегодня мы рассмотрим представителя из разряда косметики. Лосьон после бритья российского производства, который называется Asden Man. Asden. Мужской. Классический увлажняющий. Производит его небезызвестное предприятие в России. Аромат, город Казань. Да. Знаете, несколько раз я покупал продукцию этой компании, аромат, город Казань, и очень у меня о ней смешанные впечатления. Попадаются неплохие ароматы сами по себе, но какие-то нестойкие. И вот то же самое можно сказать об этом лосьоне. В принципе, он бюджетный совсем вариант. Цена его где-то в районе 148 рублей. Покупал я его в многопрофильном магазине химии вообще бытовой. И давайте более подробно посмотрим на коробку и расскажу немножко о лосьоне. Коробка, вот смотрите, она просто стояла у меня несколько месяцев, я им не пользовался. И вот она покрылась какими-то разводами. Это даже не разводы, а выпуклая какая-то штука, как будто отошла вот пленка от коробки. Вот. Я не знаю, почему так произошло с этой коробкой, но это так. Значит, смотрите. Обещают отсутствие ощущения дискомфорта после бритья. Кожа выглядит здоровой и ухоженной. Лосьон после бритья, благодаря экстракту зеленого чая и маслу жожоба, эффективно смягчает кожу. Трудно сказать, так ли это или нет. Я им пользовался, скажу честно. Мне не особо понравился. Очень специфический запах. Он явно какого-то акватического направления, если сравнивать с парфюмерией. На мой взгляд, он не увлажняющий, вот эта вот надпись, она под большим вопросом. То, что классический, имеется в виду классический, видимо, аромат, больше подходит вот под какие-то дешевенькие аналоги туалетной воды типа Avon. Вот какой-то такой вот мыльный аромат. Не знаю, мне не понравился. Я считаю этот лосьон фактически полным провалом. За эти деньги, лучше по скидкам добавить там те же 150 рублей, купить жилет. Или не пожалеть, там купить еще что-то. Тот же Мэнон, если есть в продаже. Лореаль. Что еще у нас? Нивея. Вот, значит, еще раз к коробке. То есть коробка выполнена в принципе привлекательно, синего цвета, с такими вырезами. Когда флакон находится в ней, то мы видим, чем он меня и привлек, кстати, на витрине. Он стоит, и мы видим белое стекло, белую прозрачную жидкость. И очень это все приятно смотрится. А крышечка пластмассовая, откручивается легко. Мы видим отверстие, через которое льем его себе на руку, на лицо. Сам флакон приятный. Очень приятный. Квадратненький такой кирпичик, можно сказать. Хорошо лежит в руке. Сама жидкость прозрачная, бесцветная. Сделано, в принципе, хорошо. Вот просто исполнено хорошо. Но мне не понравился его запах. Он как-то стал менять свое направление в процессе ношения, нанесения после бритья в какую-то то ли кислую ноту. Я не знаю. Сам аромат акватический, да, вот акватического какого-то такого классического немножко направления, нейтрального, не особо стойкий, не особо интенсивный. Это вам не жилет. Но потом он стал как-то кислить и что-то совсем стал каким-то противным. На мой взгляд, это не очень хорошо. Вот.
Что еще можно сказать об этом лосьоне? Если вы совсем находитесь в кризисном состоянии, то покупайте. В принципе, неплохо. Но если же у вас есть хоть какие-то деньги, то есть альтернатива. Хорошая альтернатива – это Нивея, этот жилет, это Лореаль и некоторые другие марки. Этот лосьон я покупал, еще раз напомню, примерно за 144 или за 148 рублей. Цена невысокая, но, на мой взгляд, не самое лучшее решение. А всем удачи и пока!